Бухгалтер Восточно-Сибирского института культуры похитила из казны вуза почти 13,5 миллионов рублей. Теперь женщина отправится в тюрьму. Кроме того, ей необходимо будет возместить нанесенный вузу ущерб. В период с 2015 по 2019 год путем незаконных финансовых операций должностное лицо похитило денежные средства, принадлежащие образовательному учреждению, в сумме 13 миллионов 400 тысяч рублей. Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная не согласилась с таким решением и попыталась обжаловать его в апелляционной инстанции. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения. Известно, что женщина занимала должность бухгалтера 16 лет.